Картины Эдварда Беккермана находятся в коллекциях по всему миру, а также продаются на аукционах. В 2015 году творчество выпускника Нью-Йоркской лиги художников было высоко оценено в Московском музее современного искусства. В этом году у Беккермана запланировано несколько персональных и групповых выставок на музейных площадках России и Европы. Открывает эту серию экспозиция «Рай» в Сочи. Это действительно город моего детства. И у меня это была моя старая мечта – привезти сюда выставку. Я просто не думал, что это произойдет, как говорится, так скоро, как говорится. Вот. Но, с другой стороны, очень вовремя. Я надеюсь, что эта выставка «Рай», как я сказал, что я привез рай в рай. Потому что Сочи, он действительно... Прекрасная фраза. Как маленький рай для меня. Я вспоминаю это всегда с таким удовольствием. Визит у художника Сочи рад, ведь Эдвард Беккерман не только родился в этом городе. Его отец прославлен на курорте своим известным монументом, писателю Николаю Островскому. Это дорогого стоит. И поэтому сегодня, приветствуя на нашей земле современного художника, художника, корни которого из нашего города Сочи, мы вот уже в предварительной беседе с Эдвардом проговорили, что мы точно хотим того, чтобы этой выставкой началась наша большая дружба. Критики называют Беккермана классическим модернистом. В творчестве же художника отображается вселенная или, как ее называет автор, рай, который он видит в сновидениях. Это эфирные ангелы-хранители и магические цветы. Выставка будет открыта до 1 октября в Сочинском художественном музее. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.